Всем доброе утро. За окном капает, капает. Ночью выпал снег, а сейчас он тает. На улице серо. Муж уехал на рыбалку. А я, наверное, займусь сегодня домашними делами. Уберу полы. Помою, постираю, нажарю котлеток. В общем, выходить сегодня на улицу не хочется. Слышите, как шумят машины? А у нас ведь здесь спальня. Выходит как раз на проезжую часть окна. Начала снимать видео. Котлеты жарю. Котлеты. Вернее, пока приготовила только фарш. Вот. Пока фарш настаивается, я попью кофейку и запишу другое видео. Муж-то у меня на рыбалке, я одна, а на улице тает. И сейчас попью кофейку. Сегодня в планах полы убрать, почистить все, помыть. Ну, если распогодится, пойду, конечно, погуляю. Жду вообще-то невестку, не знаю, обещала прийти мне помочь с бухгалтерией. Я же говорила вам, что я теперь уже на бухгалтера буду учиться. Нет, ну я не пойду в смысле учиться, а мне надо теперь свою фирму попробовать вести самой. Поэтому никогда этого не делала. Ну, хочу попробовать. Хочу попробовать. Вот. Ну, а сейчас это самое. Пойду в комнату, сяду, ножки задеру и попью кофейку. Вот они и готовы, наши котлетки. Нажарила котлет, сняла видео, наелась и завалилась. И теперь я уже ничего не хочу делать. Видите, у меня картина вон там какая. А. Серая. Надо, наверное, где-то. Вот я ищу, вернее, картину, но никак не могу купить. Ой, хорошо-то как! Хорошо-то как! Но лица не было. Ладно, силуэт есть. Да. Глубина 9 метров, 20 сантиметров. Отлично. От края, да. Значит, подойдет сейчас стайка. Ну, может быть, вялый, понимаешь, потому что он стоит, если он там мальков нажрался. Да? Ну, да. Конечно, что ему делать? А это, блин, в позу не вмещается, понимаешь, да, с икрой еще. А эта маленькая наживка просто от жадности хватает, понимаешь? Снизу я глаз поставил. Да.
Ручкой помаши. Или ёрш, или мелкий окунь. А ёршик. Давай его сюда. Я его подожди, подожди, не ходи сюда. Я его на жертву. Вот туда ты, и на не наступай. Я его на там жертву. Там же этот самый, оттуда возьмешь. Да. Смотрим, что тут есть. Ёрш есть. Ёрш. Плотва хорошая. Еще плотва хорошая. Ёрш. Фу, какой рубин пузатый. Ничего себе. Значит, рыба тут есть. Просто надо научиться ее взять. Ну? Опускаешь? Одна поклевочка была. Вот, вот такие вот удочки. На вот такие удочки ловил. Вот такие. Вот. Хорошие снасти, все, хорошая. Они клюют. Сейчас пойду. Витя нашел, где говорит. Клюет. Пойду посмотрю, что там. Народа полным-полно там. Вот, стоят у меня две жерлицы, стоят на ерша. Думаю, может, на лину поймаются с этого, как его, со дна. Ни одна жерлица не сработала, ни одна, ни вторая. Но что-то резкость не становится. А? Вот вторая жерлица стоит. Вот у тебя удочка тащится. Вот наша собака стоит, на чем мы приехали. Вот еще одна жерлица стоит. Вот у меня такие вот саночки. Такие вот саночки. Сейчас пойдем туда, к берегу. Вот там Виктор Куцер. Вытаскиваешь у меня. Вот она. Идет. Вытаскиваешь окуня на железо, а в него порту вот такие мальчики. Каждый раз малек, 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 малек. На мушку не берет сейчас.
вперед очень хорошо на железо. Опа. 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 Вот. Выезжаем со стояночки. Касса, смотри. Касса. Касса. Стоит. Как называется? Робот-полицейский. Касса. Слушай, а ножки симпатичные у него. По 3 евро, да. Ноги хорошие, да. Как у настоящего робота. О, видишь, как красиво. Ага. А, вот он. Вот он, а. Виктор на своем форде пошел впереди нас. Я раньше тоже смотрел на такой форд. Через 150 метров. Пожалуйста. Сколько это кастрюля, Люда? 5 килограмм? 7 литров. Вот 7 литровая кастрюля, ну, значит 5 килограмм. Точно окунь есть. Вот это окунь. Сейчас будем засолить. Ой, пол раковины. Будем посолить. Все. Засоленное. Сахар, перец, соль. Сейчас накрываем крышкой, ставим груз и на двое суток. Через двое суток промыл, высушил от воды и в коптилку.